есть жесткая часть и остальная часть у него мягкая. Мы делаем движение жесткой частью, и у нас волна идет по, передается по мягкой части. Если вы своим вот этим кнутом делаете вот такое движение, что куда у вас передается? Ничего никуда не передается. Вы должны, вот это у нас жесткая часть, плечо. Мы делаем плечом движение. Мы разгоняем всю остальную часть, которая у нас мягкая в локте, мягкая в кисти. Да, мы делаем движение вот еще раз. Отсюда делаем нет. И раскладываем. Раз, два. Не в одно движение делаем, да? Не в одно движение. Как палка. Раз, два. Раз, два. То есть вы должны посчитать, в какой момент вы должны начать движение. Вот это. Раз, два. Чтобы попасть по мячу. Да, естественно, если вы привыкли делать одно движение, вот это, у вас тайминг другой. Да? Но это уже не удар. Это уже толкание мяча практически. Да? Вот это движение, оно требует больше времени. Поэтому начинать его нужно раньше, чем вы привыкли. И опять же, вот я делаю движение. Раз, два. Да? Сейчас попал пальцем. Повезло. Если бы я чуть-чуть еще раньше начал, вот у меня было бы вот такое вообще движение, кончиками пальцев попал. То же самое, чувствуете разницу. Полноценное движение делаете. Раз, два. Да, не в одно движение. Две фазы. Раз, два. Раз, два. Поехали. И смотрим.